Потом дальше началась у меня долгая и порой в несколько лет неуспешная борьба с наркотиками. Потому что я понимал, что я должен с этим... Потому что меня удостоили такой чести, мне не отказали в крещении, вот мне такому гаду. Я начал борьбу с молитвой, с просьбой укрепить меня. И вот проборолся я аж 3 года. В 95-м году я завязал только. Но только с Божьей помощью.